Привет, друзья! Я Джордж Кукурузкин. Сегодня я расскажу, как сделать простое шасси для своего робота. Большинство военных роботов имеет гусеничный движитель, так как он имеет хорошую проходимость и устойчивость. Поэтому именно на гусеничном шасси мы и остановимся. Итак, нам понадобится томиевский набор гусениц. В комплект набора входят, собственно, гусеницы и катки с осями. Платформа, к которой их крепят, не входит в комплект. И еще нам понадобится набор двухмоторного редуктора. Редуктор идет также в разобранном виде. Основные элементы у нас есть. Осталось их закрепить. Для этого необходимо изготовить шасси. Шасси можно сделать из фанеры, пластика и даже картона. Мы остановились на пластике. Итак, приступаем к сборке. Сначала необходимо закрепить мотор-редуктор. Крепим его при помощи двух винтов М3. Далее устанавливаем переднюю ось с ленивцем, затем устанавливаем остальные оси с катками. Я остановился на двух осях, но можно и добавить. Дело хозяйское. Постройка шасси окончена. В следующем выпуске мы будем оживлять нашего робота. Спасибо за внимание. С вами был Джордж Кукурузкин. До встречи, друзья!